Жилой комплекс площадью 354 тысячи квадратных метров появится в Одинцово. Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. Министерство жилищной политики Московской области подписало проект планировки территории и проект межевания территории в районе деревни Измалково Одинцовского городского округа, сообщает Интерфакс «Недвижимость» со ссылкой на сообщение коллаборации «Quite White». В сообщении отмечается, что строительство будет проходить на территории площадью около 16 гектаров. Проект комплекса застройки предполагает здания на 354 тысячи квадратных метров, из которых площадь квартир составляет 212 тысяч квадратных метров. На территории комплекса будет построена поликлиника на 100 посещений за смену и детский сад на 150 мест. В будущем на территории жилого комплекса предусмотрено строительство школы на 1100 мест и еще один детский сад, который сможет принять 350 человек, а также многоуровневых гаражей и стоянок, которые будут рассчитаны почти на 3000 машин. Проект планировки разработала архитектурная мастерская «Проект 18» по заказу ООО «Специализированный застройщик Измалково недвижимость». На этом у меня все. Следите за новостями столицы на сайте mymsk.online. Пока!